Это наш хит. Это действительно любимое предложение, но больше того, сегодня целый костюм в одном часе в распродаже. Вот как на нашей ведущей, на Елене Шептуновой. Если вы этот костюм хотели, запримерили его еще осенью, например, да, но цена кусалась, вот сейчас есть шанс. Вот если вы такая же, как и я, модница, которая всегда ждет свое предложение, главное, знаете, в последний момент только его не упустить. Да, возьмите в руки телефон и прямо сейчас уже дозванивайтесь, потому что это эксклюзивное и ограниченное количество. Я выбираю цвет под мою юбку, это цвет бежевый. Вот самое, мне кажется, более такой смотрится, как кожа натуральная. Ну, самый светлый, самый, да, светлый вариант такой у нас с вами, бежевый оттенок. Но у нас есть еще из чего выбирать. Кстати, я вам сразу хочу сказать, не обязательно выбирать костюм тон в тон. Вы можете поиграть с цветами. Зеленый цвет у нас есть с вами в наличии, цвет шоколад. Кстати, все цвета выполнены таким хитрым способом, что они отлично комбинируются друг с другом. Темно-синий у нас есть с вами в наличии, тоже цвет. Есть цвет бордо и есть цвет, собственно, бежевый, который выбирает Лена. Смотрите, любой жакет вы можете выбрать и любую юбку. Не обязательно выбирать костюм тон в тон. Это я вам на всякий случай еще даю подсказку. Вдруг какие-то цвета, размеры будут заканчиваться, что вполне вероятно, учитывая, что это распродажа. Но размеры есть еще от 50 до 60, без паники. Хотя, конечно, телефон нужно держать наготове. Давайте посмотрим сейчас, какие образы мы можем составить вообще, как носить можно жакет-планшет. Костюм нам с вами очевиден, конечно же. Юбку в комплект берем обязательно. Юбка Неллина у нас пока еще есть. Лена, например, выбирает шоколадный цвет. Ну а Таня в комплект добавляет брюки яркие. Модные брюки Луиза и, конечно же, топ внутрь. То есть мы с вами сразу понимаем, что это полноценный жакет, и курточка, и блуза одновременно. Ну что, давайте посмотрим, чем так полюбился этот жакет всем. Во-первых, это силуэт бомбер. Это классика, Лен, я тебе должна сказать. То есть это куртка прямого кроя, по сути, да, с воротником, стоечкой на молнии. Вот этот называется жакет бомбер. Чем хорош? Идет всем типам фигуры. Не выходит из моды абсолютно. Но, конечно, многие сейчас вспомнили конец 80-х, начало 90-х, когда вот такие куртки только-только появились. Но ты ведь сама говорила, что мода циклична. Вот, о том и речь, Лена. Это сейчас самая модная эпоха. Все вещи оттуда сейчас возвращаются. Но все-таки не вещи, которые были созданы тогда, а современные, модифицированные под них. Поэтому такой жакет сейчас актуален. Больше того, чем прекрасен, можно носить сейчас как блузу. Приятный, вполне. Очень приятный к телу. Да, согласись, да. Вот ты носишь же как блузу. Смотри, внутри трикотаж. Вообще это трикотажная полотно с лазерной обработкой, дышит кожа, не сковывает движение, не раздражает ее, поэтому, пожалуйста, сейчас можно носить как блузу. Весной с удовольствием наденете как бомбер, как курточку, ну а сейчас наденьте внутрь топ или платье, и у вас получится жакет. Ну вообще это альтернатива даже вот пиджакам, которые, да? Мы уже, нам уже надоели, которые сковывают движение, делают нас, ну, такими объемными. Посмотрите, мы сегодня можем заменить его на жакет-бланше, почувствовать комфорт, почувствовать себя, ну, я не знаю, как с мировой подиума, как будто бы мы с вами сошли, потому что такой жакет самый-самый модный именно сейчас и останется еще модным долгое время. Звонки бесплатные. Если вы не делали заказов на нашем телеканале, начните знакомство с жакета бланше и с распродажи. И поскорее, потому что наши расцветки уже заканчиваются во многих размерах. Давайте посмотрим еще вот на какую особенность, Лен. И ты, и наши девочки совершенно по-разному носят жакет, подстраивая его под свой тип фигуры. Но, например, посмотрите, наша Таня носит на полную длину. У нас внизу этого жакета есть эластичная лента, ну, такая, по сути, манжета, которая позволяет сделать акцент там, где нам нужно. Таня предпочитает сегодня сделать акцент на бедрах, вытягивая свой силуэт. Если же у вас при этом бедра пышные, если от них, наоборот, нужно увести внимание, или вы надеваете вниз пышную юбку, да, какие-то широкие брюки, поступайте таким образом, как делает сегодня Оля. Мы с вами эту ленту подворачиваем внутрь, укорачиваем блузу, за счет этого позволяем себе убирать акцент от пышной бедер и, конечно же, создать напуск. Прячем животик, прячем бока, маскируем те самые особенности, которые нам не хотелось бы показать окружающим. Вот очень интересно, когда мы выбираем для себя жакет один, создаем сразу несколько образов и при этом еще и стройнее, мы на виду только достоинства нашей фигуры. Лер, подскажи, пожалуйста, еще вот такой вопрос, все спрашивают, а как стирать такой жакет?
Стирать его совершенно легко. В стиральной машине можно делать это дома прямо. Поэтому не переживайте за этот жакет. Стирайте его, вывернув наизнанку, в холодной воде при температуре 30-40 градусов. Ох, поторопитесь прямо сейчас. Никаких хлопот в уходе. Только красота, только наслаждение, только ваш блеск в глазах. Позвольте себе это сегодня. Жакет Бланше уникально выбран на сегодня.